У каждой женщины должны быть туфли, в которых она может только сидеть. А есть такие туфли, в которых даже стоять, в принципе, сложно. У нас тотальное количество несчастных людей. Мы воспринимаем счастье не как путь, а как цель. И вот мы идем к этому счастью, и что-то вот оно постоянно ускользает. Счастье – это вот придет мужчина, и он сделает меня счастливой. Ничего подобного. И ты постоянно ждешь этого счастья и думаешь, ну ладно, я сейчас пока как-то там перебьюсь, а потом-то счастье оно будет. Как вот этого достигнуть? Так. Я думаю, что вот об этом мы будем говорить целую программу. И когда вы прогуливали уроки, когда вы с друзьями где-нибудь пили вино в подворотне, тогда, когда вы играли на гитаре на переменках, и у каждого эти истории абсолютно точно есть. И именно в те моменты вы ощущали это счастье. Простите, это моя тема. Простите, я думаю, что вы вообще зря все сюда пришли. Извините, друзья. Счастье – это быть с частью, с частью. А давайте его Алексея спросим, а то как-то можно... А может, все за него решили. Все уже решили, действительно. Вот сейчас все, я счастливый. А сколько у вас жен было? Ну, об этом будет другая передача. Женщина должна быть сильной. А вдруг что-то? Неправда. А если муж бросит, а что ты будешь делать одна? Нету времени понимать, кто тебя любит, кто тебя не любит. И понимать, почему он тебя не любит. Он тебя не любит, это его проблема. А когда вы счастливее? Я и там мне нормально. Если это мужчина, мужчину. Не надо бояться. Уничтожить. Сорняк. Просто убрать из поля зрения. Леша не согласен. Леша уже такой, так, я обратно в Одессу. Сегодня еду. Так счастье – это отношения. Счастье – это все. И отношения – это тоже счастье. Чего хочется, чего точно не хочется. Раз какой-то звонок там, напомнил о каком-то человеке, бесит – убрать. В первую очередь убрать негатив. Свет, вот баба-яга против, честно. Вижу, 100%. Мужчина хочет оберегать. Опекать, обеспечивать. Вот тебе, например, подарок. А она думает, зачем ты, дурак, купил мне подарок? Мы лучше сейчас пойдем и купим себе сковородку. Алексей, в твоей практике были рядом с тобой, ну, может быть, это были какие-то короткие отношения или длительные, не без имен, просто отношения, которые вот как... А, да? Давай с именами вообще. Сказала, что нас смотрят миллионы. Да, конечно. И еще, секс. Четвертый момент, очень важный. Когда вы обижены на своего мужчину, когда вы переживаете, что вы даете ему через секс? Ну уж простите, это все амплитуда отношений. Все, что есть, то и отдаем. Да, замочила, подрезала, еще что-то. И я уверена, что вы просто отличились как лучшая отличница по всем там четырем моментам. Светик, будешь новую книгу писать, к Вике обращайся. А Бетка такая, знаешь, азбука, поможет на своих примерах. Да. Какая-то спина. Вы спина. Самая большая, самая мощная, самая такая. Вы его взяли, смазали, и потом... Он мне не дает защищенность. Ну, вот деньги еще не давали, нет. Деньги не давали. А если бы дали, взял бы? Нет. Что, прокрутил? Другое качество мужчины. Понимаете, это закон мужского и женского. И, естественно, сейчас женщина, она берет мужское... Она такая вся прям, ну, богиня. И стоит одна уже с этим бокалом на Ибице третий год. И никто не берет почему-то. А что третий, а не 13-й? И 13-й бывает, да. Я хочу быть женщиной. Я хочу иметь сильное плечо. А сильное плечо было уничтожено. Неужели тебе не хочется прийти к своей женщине, да? Положить голову на колени и сказать, слушай, я так устал. Пожалей меня. Неужели не происходит у тебя такое? Здесь, смотри, ну, это, камера снимает это крупный такое... план, Алексей. Либо ты развиваешься, либо ты превращаешься в домашнюю клушу, да? Ты думаешь, не, ну ни кожа, ни рожа, я тут вообще принцесса, да, а чё не я?
женщина себе придумает, так, чего? Иллюзию начинает строить, фантазию. Наверное, у нее появилась другая. Наверное, что-то еще. Другая работа. Она уходит. И работа в том числе. Есть два разных помоги. Два разных мужских помоги. То есть ты офигенная в принципе, да? И ты, ну, это понимаешь. Не-не, я не буду. И ты понимаешь, потому что носочек-то с дырочкой. Да, вот к ногам не было претензий никогда, да? Но это красиво. Нормально. Это уже полдела, между прочим, друзья. Ногами много... Это полдела, это полтела. Это вообще... Пришла нечесанная, с синяками под глазами, в пижаме, в мятой, с бутылкой недопитого виски. И сказали, ребята, мне так плохо. Ой, это крутой выход. Это не каждый может себе позволить. Ну, больного может себе позволить, это безусловно. Конкуренция всегда есть, да. Девушки всегда не дремлют. Потому что тебе в Москву переехать, там нету времени думать про несчастье. Ой, она даже у нас сейчас, этот наш прекрасный инструмент заплакал, сейчас видя хозяйку. Я могу поспорить с вами, потому что я как раз и хочу вот этого. А вот отпусти ее, интересно, куда она побежит? Ну, в спутник нам. Ой, какое платье. Хозяйка. Для того, чтобы не остаться несчастным, нельзя держаться ни за то, что тебя окружает. Потому что счастье находится внутри тебя. Начни с сережек из белья. Слушай, это так легко и так просто. Прямо сейчас. Сейчас я не могу с белья. Секундочку, давайте мы закончим программу. Нас смотрят дети.